Всем привет! Мы приехали в деревню. Я тут опять недельку не была. Так здорово, ребята, уже все. Смотрите, там все зацветает, так красиво. Ой, нравится мне в деревне. Красота, уже все подсохло. Красота. Настюха нашла тритона или кого ты нашла? Типа того. Да уж он, наверное, в землю убежал, Настюшка. Цветочки вылазят. Нету? А я не знаю, где он. Не помню точно. Муравьи есть. Муравьи везде. Ну, закрывает оранжевые, эти как они, красные. Они такие. Я еще со вчерашнего дня находила кучу муравьев красных. Вон тут у меня цветочки. Вон, смотрите, уже какой чеснок здоровый. Большой. О, нарциссы вон полезли. И там тоже нарциссы, куча целая. Так, а здесь у нас что? А, вот здесь вот у меня сирень. О, ничего. Нормально, все хорошо. Корзиночка только примялась. Вот у меня спирея тоже. Тоже скоро зацветет, наверное. Вроде живая. Чеснок какой. Красота. Вот хочу вам еще показать. Вон роза у меня. Вон красненькие почки на розочках. Видите? Это тюльпаны. Посмотрим, может быть, в этом году что-нибудь мне дадут. В прошлом году ничего не дали. Ну, эти, как они называются, забыла. Примула. Вот фиолетовая примула. Это я все из маленьких кустиков сажала. Сейчас вон как разрослись, какие большие. Здесь вот все. Красота. Вон там тоже розочка. Вон примула еще. И тут тоже розочки еще пока закрытые. Валера говорит, на следующей неделе вроде опять похолодание. Ой, вон тут мне прибралась моя свекровь. А как тут все почистили, красота. Так, вот цветы тоже вылезают из земелечки. Будет такой высоченная каланча. А это с белыми шапками цветет. Так, ну что же, пойдем посмотрим еще цветочки. Ой, тут тоже все хорошо. Пролезают сквозь листики. Красота. Так, грабли. Кто-то наступил, наверное, на грабельки. Это у меня пион лезет. Вон, видите, какие. Тут такая целая корзина. И он такой высокий. Надо будет до верха тоже палочками донести все. Так, что у меня еще тут есть хорошенького? Так, тут вот я посадила для детей землянику. Видите, тут все в усах земляники. Потому что ничего здесь не росло. Здесь все было закрыто этим деревьями. Ну, сейчас вот все поспиливали. Должно все открыться и будет все расти. Так, вот я вас привела посмотреть малину по забору. Все посмотрела. Почечки на некоторых живы. Все хорошо. А там у меня елочки, он посажен, где вот палочки, это все елочки. Вот это кедры, там где-то еще какие-то тоже есть, пихты и все остальное в прошлом году с Валерой сажали. Так, вот привела вас тоже, вот такой вот у меня еще тоже палисадничек, тоже уже все опустилось, надо будет доделать здесь краешки. Бадам. Все очищаем, красоту делаем. Ты куда это понес? А, сжечь. Смотри, новые палочки у тебя здесь появились, да? Ух ты! Георгине, да, никто не заметил. На каком Георгине? На Георгине. Пион. А, и на пионе сделал? Точно, я и не заметила. Вот я дурында. Ну, я бы, конечно, когда смотрела видео, я бы поняла, что сделала на новшество. Так, это Валерина грядочка с клубничкой. Это наш чесночок, дружно зашедший. Походу, он там лаповай. Так, что еще? Вот тут у нас будет картошечка.
А, вон ты там жгешь, да? Там будут шашлычки. Да. Не холодно тебе ты ходишь? Нормально. Нормально. Пошлите посмотрим птенцов. Так, вон там курятинки. Потом подойдем к курятинкам. Вот здесь сейчас будут птенцы. Вон там гуси, видите, на озере. Ходят, гуляют. Кто это тут? Кто это тут? Кто это тут? А? Кто тут ходит, гуляет? Ух ты, смотрите, какой загон Валерка сделал классный. О, с дверью. Ух ты. Как классно. Ну, пока все открыто. Все ходят кому куда надо. Вот, даже взять из этого кренделя. Какие они здоровые-то. Большие-большие красавчики. Тут уже и старенькие, которые у меня уже, считай, скоро месяц будет. И которые новенькие. Видите, какие здоровые вообще, трындец. Им сколько? 3 недели им. Разница у них, наверное, в недельку. Или, может, в 2. В 2, наверное. Бегают, играют. С той стороны дверь сама открывается. Она вон на такой штучке. Загородку Валера им сделал, чтобы они на улицу не ходили. Ну что, красота. Ну, загородка-то вообще шикарненькая. Ну-ка, курятинки, дайте-ка я пройду. Так, посмотрим, как это работает. И оп, закрываем. Красота. С одной стороны будут куры, с другой стороны будут гуси. Красота. Ну, ходят, утроются. Высоко повесил специально, чтобы они не разбрасывали, а то они постоянно разбрасывают. Там вот у нас опять поилка, как в прошлом году была. В общем, все хорошо. Ну что, сходим к гусикам, посмотрим, может, кто-то что-то снес. Ну, скорее всего, уже никто ничего не снес. Тут прям корка, наст. Здесь у меня будут расти помидорки и огурчики. О, смотрите-ка, кого я нашла. Это яичко. Ну, здорово. А здесь? Здесь ничего нету. Пошли на территорию, сходим, посмотрим. Валер! А, ты не взял его, что ли? Кого? А где оно? Вот здесь вот еще? А, с той стороны? Ну, сейчас посмотрим, где там утиное. Справа от входа. Ну, посмотрим. Тоже зарыты. О, я тут их 2, Валер! Класс. Так что 2 утиных и 1 гусиное. Классно. Пошли. Положим их в коробку. Кроликам. Сейчас поглядим, как там они. Ой, ой, какое их количество-то. Ё-моё, надо их разделять, конечно. Это трындец. Сколько их. Вам уже тут тесно. Да-да-да, мои хорошие. Сейчас эту откроешь, они все сюда побегут. Ой, молодцы. Так, вот курочки с петями и петушками. Какие? И все, главное, за мной побежали. Ой, курица, смотрите, с голой попой почти. И вот тоже топчут, видимо. Вон где тут курочка идет с крылышками, вот она. Так что класс. Дошла я до кроликов. Посмотрим кролей. Ай, Серушкин. Рыжик. Ухо висячее. Тут вот еще одна. Ой, сколько у нее всего.
сидит. Кукуша. А, тут у нас пряники всякие и печенюшки. Вот водичка. А мы с Настюшкой качаемся на качелях. Дыщ. Бомц. Пришли в детский городок. У себя здесь. Бам, Настюха прямо в меня сейчас. Как дашь? И в меня, да? Полетишь сейчас. Иу, дыщ. Ну, правильно, маму палкой надо. Конечно. Не упади. Пришли на пасеку посмотреть. Ой, наши пчелочки работают, красавчики. Работают. Дружницы наши несут. Видите? На лапках у них. Вот наши рядочек вот здесь вот у нас растут кедрики. Вот все, где палочки, это кедрик воткнут. Конечно, все равно не все выживут. Ну, будем надеяться, видите? Все у них лезет. Все хорошо, зелененькие. Тьфу на вас. А мы пошли посмотреть. Решили пойти посмотреть опять, как тут у нас дела на второй территории. О, березовый сок. Вон там он на горочке ходит, Джек и Вая бегают. Все, убежали, не успела показать. Ну, короче, там где-то бегают. Программу максимум выполнила. Сходила, ой, посмотрела. Все хорошо. А мы решили пожарить шашлычки. Оп, оп. В воскресенье вечером решили пожарить шашлычки. Еще не вечер. Вечером делать. Еще не вечер. Часа сколько? 3-4, наверное. Сейчас-то? Уже да. 5 или 6. Да, да вы что? Сколько времени там? Ну что же, мы все посмотрели. Совсем везде побыли. Шашлычки покушали, он Вайка прибежал, Егорка несет вещи в машину. Надо ехать домой завтра на работу. Давайте, всем пока.